издревле изобретатели и исследователи ведут спор с учеными. Есть эфир или нет? Видимо, этот спор был начат давным-давно. Может быть, со времен открытия Российской Академии Наук. И все продолжается. Есть эфир или нет такого? И все бы ничего, да вот отсутствует определение. Нет определения, нет эфира, нет согласия, нет эфира, нет мани, нет ухани, нет ручек, нет ухани. Вот, если порвить мир, эфир это электричество, то пусть все, что проводит электричество, является эфиром. А все, что не проводит, материя. И пойдем дальше.